Да, ну, если говорить конкретно про низкий уровень доверия, то, в принципе, общество в России скептически относится к информации, которую транслирует Кремль, и неудивительно, что, когда происходит такое страшное событие, теракт, несмотря на, в общем, на мой взгляд, достаточно убедительные улики, у людей все равно остаются сомнения, действительно ли официальная версия соответствует реально произошедшим событиям. На мой взгляд, те доказательства, которые были предоставлены, они выглядят убедительно. То есть я действительно, вот по итогам последних нескольких дней убедился, что, по всей видимости, теракт в Москве совершил именно ИГИЛ, и не вижу никаких убедительных аргументов в пользу какой-либо альтернативной версии. Это связано и, во-первых, с огромным количеством опубликованных видеоматериалов, с публикациями на источниках самого исламского государства, и самое главное, да, это вот это вот видео с нагрудной камеры от первого лица, которое снимал один из террористов, которое было опубликовано информационным агентством исламского государства.